В руках перчатки, во взгляде сосредоточенность. Несмотря на холод и сильный ветер, они полным ходом идут на зеленый остров. На самом загрязненном его участке решили убраться сотрудники Росприроднадзора и областного комитета экологии. Мусор отсюда не вывозили никогда. Два десятка экологов берутся за дело. В некоторых местах острова отходов так много, что без граблей не обойтись. Сколько пакетов набила мусором, она уже сбилась со счета. Ольга Дмитриева, сотрудник экологического комитета области. Такие субботники для нее не впервой. Мусор, ну как видите, это бытовые отходы, полиэтилен, пластиковые бутылки и стекляшки, конечно. Много стекла, люди едут на природу отдыхать с алкоголем, как видно, с большим количеством, а вывозить отсюда все это неохота. Кроме большого количества мусора и непогоды, у экологов была еще одна трудность – оголодавшие комары. Причем размера побольше городских. Мусорные пакеты все прибывают и прибывают. За час уборки их накопилось больше 40 штук. После субботника этот участок Зеленого острова чист. Хотелось бы точнее верить, что наш вот этот небольшой почин, посыл пойдет действительно нашим жителям. И каждый, кто будет на этом, да и на другом острове, вот все, что весь этот бытовой мусор будет увозить вместе с собой. Собранный урожай мусора грузят на катер. Пакеты занимают почти всю носовую часть. Отходы с острова отправляют на большую землю. Артем Калатин, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.